Очередное чудо инженерной мысли. Супер-пупер велик. Ну, самое интересное тут, конечно, это педали, топталки огромные. И вот такая вот система подвески. То есть каждое колесо, это на самом деле это подвеска. То есть это типа пружинной вилки. Вот такое вот чудо. Сейчас попробуем его поэксплуатировать. Сюда. Подразумевается, что это должно работать вот таким вот образом. Сними сейчас нижнюю часть. И она не работает. Вот, видишь? Она отрабатывает как бы вверх-вниз. Каждое колесо независимо. Точнее, зависимо наоборот. И плюс здесь вторая подвеска. Такая фигня. Доеду я на нем, интересно, или нет? То есть неровная, да, получается? Здесь у нас сама вещь играет. Такой вот интересный аппарат. То есть одно колесо поднимается, второе опускается. А у меня он оказался по той причине, что необходимо было отторцевать очень ровно вот эту площадку. Здесь еще немножечко осталась грязь, это шкурочкой мы зачистим. А так вот площадку мы на токарном станке отторцевали. Замечательно и ровно. Да, нужно привыкать. Ну, видно нормально под солнцем там. Кстати, на грунте этот, как сказать... На грунте эффект этого торможения тоже не чувствуется. Торможение поворота. Тебе надо, знаешь, что 20-е колесики от фатбайка поставить. От детского. Ну это жесть.